Я приветствую вас, дорогие мои друзья. У нас сегодня расклад «Когда появится любовь». Сейчас я буду рассказывать про колоды, а ты пока подпишись и поставь лайк, и в комментариях обязательно напиши, какую колоду выбрал или выбрала. Итак, давайте посмотрим. Сегодня у нас три колоды. Первая колода это называется 78 дверей. Вторая колода «Круг жизни». Круглая, необычная колода, очень говорящая. И, конечно же, как же без любви, секса и эротики? Колода «Монара». Сексуальная колода «Монара». Загадывайте колоду, выбирайте, пишите в комментариях. Не забываем подписываться. И, конечно же, так как расклад у нас интуитивный, сразу оговорюсь и предупреждаю. Сбудется не все, или, что называется, будьте доверие, что вам в доверии, что вам откликается, что идет, то и ваше. Потому что я буду давать несколько моментов интерпретаций. Итак, кто выбрал колоду номер один? 78 дверей. Давайте посмотрим на расклад. Что же у нас идет? В каком состоянии вы сейчас и готовы ли вы к отношениям? Сейчас вы к отношениям не готовы. Сейчас вам нужна помощь. Вы, может быть, готовы были бы, чтобы вам, собственно, помогли в этих отношениях. Пока эта карта не о готовности. Пока эта карта о том, что вам вообще помощь нужна, да? Иногда бывает она психологическая помощь нужна, а иногда прямо физическая, чтобы кто-то пришел и помог, ну, прям во всех сферах жизни. И морально поддержал, и физически, да, что-то по дому сделал. Дело в том, что женщина по этому аркану почему не готова? Вроде как вот, да, я сижу, приходи ко мне. Знакомься, уныние не украшает женщину. Надо же еще самой женщине любовь отдавать. А здесь по этому аркану не получается любовь отдавать. Не сможет, да, сил нету. Смотрите, в каком состоянии сидит, да. Немножечко такое унылое состояние. Нету ни сил, ни возможности любить. Какой мужчина идет по судьбе? Посмотрим. Ага. Хороший, открытый мужчина идет по судьбе. Естественно, денежный, естественно, интересный. Пока вот его встречают, пока не совсем готовы открыть ему двери. Тем не менее, знакомство идет, знакомство будет. Давайте посмотрим, что у него со сферой деятельности. И... собственно, знакомы вы с ним. По поводу сферы деятельности как раз идет перемена сферы деятельности у него. Идут открытые дороги, уход от старого. Может быть, это как раз процесс или момент этого знакомства в сфере деятельности. Знакомы вы с ним? Нет, вы с ним еще не знакомы, человек незнакомый, и не знаете, как и где с таким человеком познакомиться. А надо все-таки использовать, да, это знакомство, использовать все возможности, чтобы было знакомство. Обстоятельства встречи, давайте посмотрим. Обстоятельства встречи. Это разрушение у всех в жизни. Такие самые жесткие трансформационные моменты. Королева мечей – это когда женщина психует, и если это обстоятельство встречи, может говорить, что он идет с багажом с соперницей. Королева мечей, она всегда в сопротивлении, в психе, в соперничестве, да, выходит из себя. Да еще и тут башня идет, да, когда все плохо и прям уже все. У человека тоже может быть как раз этот период, процесс трансформации,
разрушение или уход от старого. И, кстати говоря, по этой карте, карта иногда говорит о недвижимости, могут выгонять из дома, потому что дом и так рушится. Могут туда дороги закрывать, все, туда дороги нету. То есть обстоятельства встречи могут быть как раз связаны с тем, что человек уходит оттуда, где он там живет, меняет жизнь, уходит с той работы, где он работал. В общем-то, я бы сказала, жесткие обстоятельства встречи идут. Давайте посмотрим, как долго ждать. В принципе, ждать недолго. В принципе, уже скоро. Встреча уже скоро. Дороги навстречу открыты. И что нужно сделать, чтобы увеличить шансы на любовь и замужество? Здесь, конечно, с одной стороны, легкомысленное отношение, но по факту практически ничего и не надо делать. А дети, они такие беззаботные, назовем это так. Дальше развиваться и, что называется, быть в доверии к жизни. Тут все само придет. А так как тут идут дети в полях, тут показывают детей, что в принципе вы с ребенком ждете. И тут уже следующие вопросы идут, да, что нужно сделать, чтобы увеличить шансы, и на что тут следует обратить внимание, то, насколько мужчина все несет, что называется, в семью. Что называется, для дома, да, насколько он такой хозяйственный, дома там двери починит, все сделает там. Опыт какой-то у него есть, детям внимание уделит, то есть ко всем людям одинаково относится, и дети его не раздражают. Поэтому, если у вас есть дети, это хорошая карта, которая будет таким индикатором, да, при знакомстве посмотреть, как человек относится к чужим детям, как к своим, возможно, любит их безмерно. И у вас-то уже есть семья, да, и вы себе папу будете выбирать. Это для тех, у кого есть дети. У кого нет, ну просто вот, значит, идет такой ответственный мужчина. Может быть, немного инфантильно вы будете проявляться. Да, всегда женщина хочет быть девочкой. Я ничего не хочу решать, я хочу платиться. И такое бывает. И это как-то, значит, привлечет. Да, что нужно сделать, чтобы увеличить шанс любовь и замужество? Это, значит, привлечет мужчину. Что не нужно делать? Давайте посмотрим. А не пускаете мужчину, да? Что не нужно делать, это закрывать перед ним двери, дать шансы и возможности. Как говорится, иногда мужчина, когда влюбленный, ему там что-то, кто-то нравится, он ведет себя как дурачок, как идиот. Дайте ему, пожалуйста, второй шанс. Не стоит перед ним закрывать двери, и не стоит его, что называется, где-то держать или как-то ограждать, потому что вроде как вы будете выстраивать стену непонимания в этом плане. Этого точно не стоит делать. И давайте посмотрим, что следует учесть при первой встрече. Так, ну что, мы учитываем, куда нам идти, как бы нам не заблудиться в этом лабиринте. На Бога надейся, сам не плашай. То есть ждем встречи, но и сами ей содействуем, и идем ей навстречу. Встреча навстречу. Вот такое вот масло масляное. Строим все равно планы. И если уж встретились, то ваши планы должны быть совместимы. Если каждый пойдет путем разным по этому лабиринту, все могут заблудиться и не туда прийти. Поэтому смотрим в одну сторону. И давайте посмотрим совет от Таро, что скажут нам. В принципе, тоже хорошая карта. Она говорит о стабильности, о том, что будет у вас семья, и семью никто не потревожит. Вы будете под защитой, в стабильности, в благополучии. И тут и любовь, и семья, и полная чаша. Это, что называется, для женщины расклад. Приведете в дом мужчину,
и, что называется, не пусти его никуда, дверь закройте, все, и он с детьми будет заниматься. Тоже карта такая хорошая в плане стабильности. В том плане, что для семьи это хорошо. Вообще, в общем, в целом, для любви, да, для какой-то стабильности. Нету, конечно, какого-то развития, да еще тут мужчина после каких-то жестких, возможно, расставаний, своих хвостов, вот этих вот уходов, разрушений, и у вас тоже серьезные такие моменты в жизни были. Вы, значит, просто друг друга поддержите, и развитие вам не дадут вначале, естественно, просто потому что вам куда, какое развитие, вы не готовы к новым, что называется, потрясением. В принципе, расклад хороший. Если даже сейчас вы не готовы на отношения, на встречу, то в ближайшее время будете готовы. Значит, в ближайшее время встреча будет. Просто, возможно, при очень жестких обстоятельствах. Так, ну что, мы посмотрели, кто выбрал колоду номер один. 78 дверей. Смотрим. Следующая колода у нас была колесо жизни. Давайте посмотрим, что идет у нас. По этой колоде. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли вы к отношениям? Кто выбрал колоду номер два? Смотрим. В каком состоянии вы сейчас в очень хорошем, благоприятном состоянии находитесь. С одной стороны, это вроде как в омут с головой, а с другой стороны, это значит, что ваша жизнь полна любви, и она легкая, вы плывете удачно по течению, готовы эту любовь отдавать, сами готовы принимать, вы сами по себе изобильны и благодарны. Хорошая карта. Какой мужчина идет по судьбе вам? Давайте посмотрим. Ага, такой идет. Назовем это так. Многорук, многоног. Очень активный мужчина, который, в принципе, вас поддержит. Потому что здесь идет туз кубков. Любовь, полная чаша. Хорошее эмоциональное состояние. В плане того, что этот человек вам, да, какой идет по судьбе, сам очень активный, занимается разными сферами деятельности, да еще и тоже такой эмоциональный, да, вы друг друга по эмоциям поймете, потому что выходят кубки, вы друг другу будете подходить, скажем так, вибрации сойдутся. Но что может быть, что какие-то вспыльчивые моменты, и он эмоционально будет в разные стороны там, его может нести. Но человек такой многозадачный, назовем это так. Давайте посмотрим по характеру и по сфере деятельности, какой он. По характеру звезда идет уверенный. По сфере деятельности тут идет руководство, созависимость и прям такое начальствование. Тут могу сказать о том, что человек играет в долгую игру, такой, знаете, не спринтер, а марафонец, долго может выдерживать свои цели и не сдаваться. Может очень долго выстраивать планы, но зато тот, кто у него в подчинении, он тех людей за собой ведет, и он, естественно, щедро одаривает. Тут, конечно, идут еще кармические взаимоотношения у вас. Давайте посмотрим обстоятельства встречи. По обстоятельствам встречи с
сами идите навстречу, как в первом раскладе у нас тоже об этом говорили. Нельзя заниматься сами бичеванием и ждать, когда будет у моря погода. Как-то содействуйте. Но все будет происходить, да, тут какая-то прям судьба вмешивается. И тут по обстоятельствам встречи можно сказать, что вы с ним знакомы. Давайте посмотрим. Да, что-то из прошлого пришло. Потому что это был уход. Знакомы ли с ним? Да, знакомы. Вот эмоциональные события вместе вас связывали. Какое-то восстановление все-таки идет. Может, даже и из прошлого. Давайте посмотрим на обстоятельства встречи. Тут вы должны будете, чтобы встретиться, выбираться, во-первых, из своего кокона. Вот тут содействует. А с другой стороны идет поддержка и командная работа. Выстраивание вот этой вот арки, выстраивание границ. Не бояться идти и встречаться. То есть вот оно, выход из болота. Одни и те же эмоциональные состояния вы испытывали, но должны быть какие-то разумные границы для развития. И должна быть взаимная поддержка. Да? Тут, конечно, идет дружба. То, что вы знакомы уже с этим человеком, несколько карт подтверждают, да, после даже какого-то тут, после завершения, но есть какое-то восстановление, да, в этих отношениях, потому что здесь тоже восстановление. Окно как-то восстанавливают или строят и прорываются, да, выходят из этого окна, вылезают, да, из темницы вылезают, из темницы души. Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы увеличить шансы на любовь и замужество. Тут идет взаимопонимание. Отказ от зависти. А если уж завидуете человеку, партнеру своему, то учитесь у него. Идет процесс интеграции, взаимопроникновения. Нельзя смотреть, у кого лучше получается. Зависть сваливается в конфронтацию. Потому что мужчина такой очень уверенный, активный, у него все получается. На тех же эмоциях, что и у вас. Может быть, стоит поучиться его работающим стратегиям, ни в коем случае не завидовать. Так, давайте посмотрим, на что стоит обратить внимание, да, на что следует обратить внимание при встрече. Назовем так, что нельзя потакать нытью и жалости. Тут человек и так эмоциональный, но, в принципе, он справляется с этими моментами. Но здесь человек может ныть, расстраиваться, быть недовольным, что называется, на судьбу обида. Вот тут уже плетут нити судьбы и говорит, что то эти плохие, то денег мало, то еще что-то. То есть мы не жалеем, мы поддерживаем жалость, деструктивное чувство. Мы просто человеку даем удочку, да, что называется, чтобы рыбачил. И сами тоже не ноем. Потому что эмоции тут, конечно, будут. Тут все у нас по кубкам. Восьмерка кубков – это эмоциональные разрывы или эмоциональное такое болото, чтобы выйти из него. Тоже ныть как-то нельзя. Так, давайте посмотрим. Чего не нужно делать по этому раскладу? Вы разные, и стоит тут посмотреть, на что человек готов будет пойти и как поддержать вас. Слишком уж не раскрывайтесь перед человеком. Смотрите, да, еще тут жалость рядом. Не раскрывайтесь.
не обнажаете, да, свои какие-то, ну, такие женские эмоциональные мотивы. Хотя тут идет еще контекст такого создавания, созидания новой жизни. Не торопиться. Однозначно это не стоит торопиться. И давайте посмотрим совет от Таро. Какой совет? Здесь совет идет на создание семьи. Десятка пентаклей – это благоденствие семье, это семья, когда есть семья и деньги для семьи есть. Это такой уровень материализации для отношений для семьи. Да и вообще семья, да, такое заземление идет, а все равно оно идет через деньги, через материальные блага, через материализацию. Что называется, будет ребенок, будет и счастье. Иногда бывает, кстати говоря, вот по этой карте, да, что не стоит там пугать мужчину, что называется, что я хочу детей и так далее, и посмотреть, как он относится. Потому что вот тут пошла беременность, а вот тут уже семья с ребенком. Поэтому в каком бы положении женщина ни находилась, тут идет такой момент, что женщина готова для новой семьи, для рождения ребенка. И вот реализация в рождении, да еще и деньги идут к этому, ко всему. Создание семьи идет. Это тоже хороший расклад. Расклад на то, что и женщина готова к отношениям, и с мужчиной, возможно, знакома. Что-то, да, из прошлого, да, где-то идет откуда-то из тех полей. Поэтому, возможно, и такая быстрая реализация, что друг друга знают и друг другу доверяют уже, друг друга могут понять и могут реализоваться в этом союзе, браке, как угодно. Но десятка пентаклей, она может еще говорить действительно о реальном, официальном браке, о союзе. Тут, конечно, пока нету иерофанта, но как минимум сожительство и рождение нового ребенка, да. Хороший расклад, значит, да, значит, готовы, значит, встретитесь. Кто выбрал колоду номер 2, колесо жизни? Теперь у нас колода номер 3, колода Монара. Что у нас идет по Монаре? Давайте посмотрим. В каком состоянии вы сейчас находитесь? Кто выбрал колоду номер 3, смотрим. Вы сейчас находитесь в хорошем состоянии, вы готовы. Вы очень благосостоятельная женщина, за вами наблюдают, да. Из картины, когда так женщина за рамки выходит, во-первых, она где-то, может быть, тут инстаграмится, за ней наблюдает, и она такая вся роскошная. Средние века роскошных женщин рисовали на полотнах, писали. Такая благосостоятельная барышня, да, благосостоятельная, уверенная в себе. В состоянии находится, что сама готова пойти и завоевать мужчину. Какой мужчина идет по судьбе? Давайте посмотрим. Так, мужчина, конечно, может играть с вами, как с марионеткой, и сам вовлекаться в эти правила игры и вам подчиняться. Давайте посмотрим, кто кому подчиняется. Все-таки вы подчиняетесь. Все-таки он больше манипулятор. Потому что ему, да, интересно завоевывать вас. Конечно, такую барышню благосостоятельную, как не завоевать. Сфера деятельности. Давайте посмотрим, какая. Ну, тут идет сексуальное притяжение по сфере деятельности. Давайте посмотрим. Угу. Не показывают конкретно сферу деятельности, показывают, что стоит друг другу присмотреться, потому что идет взаимный магнетизм сексуальный. И тут человек тоже в таком начальственном положении находится, может себе позволить, что называется, вовлекаться в отношения, так как колода больше по отношениям,
мы тут про сферу деятельности не узнаем, да, только то, что это начальник, только то, что это руководитель, и то, что он любит, что, чтобы к нему относились с уважением, подчинялись, он завоеватель, он главный. Но это такая сфера руководителя. И стоит к нему присмотреться, вот по этому аркану вы друг к другу присматриваетесь. В принципе, это хорошая карта. Обстоятельства встречи. Давайте посмотрим. О, и обстоятельства встречи тоже. Барышня готова, да, чтобы ее обеспечивали. Такие обстоятельства встречи уже, что называется, стабильные по знакомому знакомству. Давайте посмотрим, знакомы ли с этим человеком. Да, знакомы. Просто убежали от какой-то рутины. С этим человеком знакомы. Давайте посмотрим, как долго ждать. Ну, тут в ожидании долго будет, как долго ждать этой встречи с этим человеком, возможно, из прошлого. Насколько быстро отправитесь от каких-то стрессов? Что нужно сделать, чтобы увеличить шансы на любовь и замужество? Давайте посмотрим. Завершить что-то старое, завершить, это идет завершение, идет момент такой, это, кстати говоря, хорошая трансформация для завершения, оздоровления, восстановления вот этого вот состояния, когда с грязью смешали, когда надо все-таки миром завершить все и пойти в новое. И по этому моменту, да, есть какие-то негативные привязки, которые надо рубить, потому что вот тут мир такой, да, который может говорить, что долго ждать это все, долго восстанавливаться, пока оборот земли пройдет, тысячи лет может пройти, поэтому тут и ждать долго, и что-то завершать, что называется, еще может много времени пройти, оборот в целый год. Что не нужно делать? Давайте посмотрим. Не нужно бояться. Не нужно убегать от страхов и от прошлого. Тут же идет еще знакомство, да, из прошлого. Тут убегали от рутины. А тут благосостояние-то захотелось. Знакомство уже уверенное. Поэтому у страха глаза велики. Знайте, что у вас все будет по-другому. У вас все будет хорошо. То, что было в прошлом, не факт, что эти сценарии повторятся. Или вы уже настолько опытные, что здесь уже мирно завершили все и знаете, как минимум, как с ними справляться, да, с проблемами, с этими. Здесь тяготение семейных проблем и какой-то свободы. Что следует учесть при первой встрече? Давайте посмотрим. Мужчина по этой карте хотел бы, чтобы вы были более открытой и не скрывали, да, своих страхов, по крайней мере, чтобы все можно было обсудить сразу на берегу. Вы же взрослые люди, тем более какой-то сексуальной раскрепощенности не хватает. Ну, по крайней мере, чтобы свободно себя чувствовать, уверенно. Это у нас что следует учесть. И давайте посмотрим совет от Таро. Тут тоже создание семьи идет, но уже в сексуальном контексте. Сексуальная пара. Секс и счастье, и любовь на зависть богам. Это хорошее состояние, хорошая карта. И в принципе в целом расклад хороший. Есть, конечно, негативные моменты, когда с грязью вас смешивали, и вам до сих пор страшно. Но вы же делаете вид уверенной в себе женщины вот по этому аркану. И даже готовы подчиниться. Значит,
и вы готовы тоже мужчину как-то завоевывать, значит, бояться нельзя. Идти смело вперед и завоевывать. К тому же вы хотите, чтобы вас обеспечивали, да, чтобы у вас все было, и вам именно такой мужчина нужен, а то, что вы в прошлом убежали от бытовухи, мы на самом деле от нее никогда не убегаем. Бытовуха всегда во всех отношениях присутствует. Это уже такой новый уровень любви, когда бытовуха утряслась, все тряслось, да, такой стабильный семейный секс, но есть. Мужик свой есть. Расклад хороший. Отношения вам идут навстречу. Работаете над собой, выходите из психологического состояния неуверенного в себе. Завершайте какие-то дела, которые вам надо завершить, да, что называется. Оседлайте мир вот по этой карте. Будьте уверены в себе. Ни в коем случае не сомневайтесь, и тогда у вас все получится. Третий расклад тоже хороший, тоже готовы на встречу, на любовь и готовы, в принципе, на хорошие, благоприятные отношения. Они, главное, завершаются, да, хорошо, что называется, прямо тьфу-тьфу-тьфу, сказочно звучит. Жили они долго и счастливо. Прям счастливо не обещаю, но расклад хороший, хороший, дает вам перспективы. Ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны. Напишите в комментариях, какую колоду выбрали. А я вас жду на личных раскладах, консультациях и жду за свечами на гармонизацию отношений, если вам это необходимо. Ну что, желаю вам удачного дня. Пока-пока.